Лев Ройтман, советский диссидент и юрист, проработал на радиостанции более 30 лет и вышел на пенсию, но теперь борется за права таких вот уволенных со свободы. Несмотря на свое американское гражданство и веру в США, свободу он называет не иначе, как пражская Гуантанамо за бесправие сотрудников организации. Эта радиостанция должна быть правдива в том, что она говорит о самой себе. Она говорит о самой себе, начиная со лжи. Она говорит, что она является независимой, частной радиостанцией. А дальше я делаю паузу, финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов. Это тот бред, который вешают как лапшу на уши слушателям.